говорят, что когда два сердца находят друг друга, вся вселенная замирает, отдавая дань почтения великому чувству любви. Мы собрались сегодня здесь, чтобы стать свидетелями торжества этого большого чувства. И сейчас я прошу поприветствовать настоящего мужчину, который в своей жизни сделал важный шаг. И это, конечно же, наш жених. Аплодисменты! Красивый, уверенный. Сейчас он идет к нам. Он просыпается с мыслями о ней. Он носит ее на руках. Она та муза, которая дает ему силы идти вперед. И это чистый ангел. Сегодня отец передает свою принцессу, свое самое большое сокровище в крепкие, надежные руки. Каждый из вас жил своей жизнью, каждый из вас шел своей дорогой. Но однажды вы увидели друг друга и больше никогда не расставались. Впереди мечты и свершения. Поэтому с этого момента вы должны четко понимать, что вы в ответе не только лично за себя, но и за вторую половину, которая навеки соединяет с вами свою жизнь и свою судьбу. Готовы ли вы здесь и сейчас дать друг другу клятву любви и верности? В знак любви, в знак этих клятв, вам необходимо обменяться кольцами. Я прошу вынести кольца. Объявляю вас мужем и женой! Самое время попрощаться со своей девичьей фамилией.